Друзья, вот этот высокий человек, который стоит в синем пиджаке, с правой стороны второй, его зовут Ричард. Его зовут Ричард, и феноменально заключается в том, что у этого человека есть 78 братьев и сестер, которые находятся в Кении, в Уганде, в основном в Уганде. И сегодня в честь его вот, завершения строительства его дома, который вот, находится здесь, спереди, позади их, они съехали, часть из них съехала сюда, чтобы поздравить своего брата и разделить с ним вот радость. И вот мы тоже находимся на этом мероприятии. И, конечно, это очень здорово. Ричард, он сам является бизнесменом, предпринимателем. Он является инженером, строителем и хорошим человеком.